Откуда произошло название Химки и когда здесь появилось первое поселение? В Доме юных техников «Интеграл» встреча с краеведом Ильмирой Туишевой. Взрослые наравне с детьми погружаются в историю родного края. История Химок – это история страны, потому что город развивался так, как развивалась страна. И в годы войны, и после войны. Все это, в общем, созвучно, и поэтому для нас каждая строка в истории Химок очень дорога, и ее надо пропагандировать, рассказывать. От маленького пристанционного поселка к центру ракетно-космической отрасли и, наконец, к городскому округу с населением почти в 300 тысяч. Наталья Филиппович может рассказать об этом подробно. Раньше преподавала в Московском областном колледже искусств, сейчас на пенсии. Пришла на встречу не столько узнать новое, сколько вспомнить молодость. Пусть молодежь послушает, чем мы жили, чем дышали, что мы успели, чем 20 век отличается от 21-го, и чем поколение отличается от поколения. Завершили встречу викториной для детей. Кто такой Горшин или Ватутин? Чем прославилась Мария Рубцова? На вопросы юные химчане отвечали без запинки. Самые активные получили приятные подарки.